Так, ребята, анонсик я сейчас перебомблю. Ну все, ребят, все вроде переименовал, все вроде сделал. Ну что, ребятки, создаю карту я в итоге. Террасы Приона у нас карта первая. Ну что ж, создаем. Не понял. А, все, понял. Ждем, пока придет. Все, да, в скайпе меня добавил. Милка пишет, что ком перезагружал, заходит. Ну и... Ожидаем мы его сюда. Всем еще раз, ребят, привет, я говорю. Пускаю чуть точек рекламы. Так, ну без записи то, что стандартно это, без записи не важно, просто задержка будет. Ну ничего, слушай, молодые парни играют, пусть будет приз какой-то есть. Ребят, вы можете приз пополнить, как бы поддержать молодых старкрафтеров, во-первых. Там за два места будет, то есть хоть, ну, первое там 70%, второе 30%, но тем не менее, вы можете пополнить. Это будет очень хорошо. Спасибо всем, кто меня сегодня поддерживал. Уже тоже тут было такое. Ребята, очень приятно. Ну, теперь я вернусь уже 2-го только числа. Будет Nation Wars у нас проходить. Будет очень интересно.
Так, долго что-то Милка заходит прям. А вот и он. Ну, будем надеяться, что встает с колен. Чтобы StarCraft вообще с колен вставал хорошо, нужно вот таких игроков поддерживать. Нужны их какие-то команды, чтобы ответственность у них была, потому что будущее за такими ребятами. Сейчас вот будущее в лице Тиран Вика и молодых некоторых игроков подросло уже. Ну, это вообще замена как бы на будущее. Так, что-то Милки Кау пропал куда-то. Поехали. Оп, уже призовой до 2000 увеличился. Алекс 95. А, погодите, я не нажал, что буду стримить. Все, теперь вы будете видеть в чатике пополнение призового. Спасибо тебе, Алекс. 95-44. Очень приятно. А, наш турнир. Про наш турнир не забыл, да. Помню, что он есть. Помню, ребятки, помню, Зик. Плюс мне про него ты только говорил, я там не знаю, даже организатора, но я думаю, что никто не против будет, если я постримлю. Вот его. Ну давайте, начинаем, ребят. Пошла разведка, Барагас. Милки Кау, Милка просто. Вот одинаковые почти никнеймы. Вот, ну ничего страшного. Ставочки не запилили. Да, к сожалению. Ничего не поделаешь. Ставочки уже в следующем году. Ну что, здесь через гейт Нексус пошел. Милки Кау ставит газ в прот. А зачем газ протсу ставит? Конечно, не, газ на самом деле протсу нужен на такой стадии. Я бы подпилил бы КСМ-ку на его месте маленечко, чтобы вот так вот. Да, только нужно сразу это делать. Нет смысла делать это, когда уже, то есть нужно реагировать сразу. ХП уже много, и он может уехать просто. А вот пока ХП мало, то есть ты на месте рано и 75 минералов вложил отменять, тоже как бы сразу терять и достраивать, значит ХП КСМ терять. То есть можно пилить. Либо вообще не пилить, то есть мазеркором, зилком сбивать. Вот. Как-то так. АПМ показываю, АПМ серьезнейший. 350 Милки Кау и 280 почти Милка. Да, ребят, серьезно. Вот, ну, спасибо всем за поддержку шоу-матча. Тут мне приятно очень, что... Да, я думаю, молодым ребятам будет приятно, что, может, перед родителями будет похвастаться. Вот я тут StarCraft играл, выиграл там 1500. Еще сколько-нибудь. Так, Ривер прилетает, Минка начинает, Милки Кау начал, да недолго он это делал с этим. Мазеркором выставлен оверчаш. Рипер минус сразу максимально быстро. Ну что же. А Протс-то реакцию хорошую демонстрирует. Вот. Также можете, конечно, меня, мой канал поддерживать, естественно. Ну и смотрите StarCraft, все другие турниры, которые вам нравятся. 2 числа будет 13.00 турик и будет еще Nation Wars вечером. То есть 2 числа тоже очень долгий день будет. Так, на мейне 16 пробок. Ну, тут надо, единственное, где-то либо контролировать сюда, где одна. В
добавляю еды и так. Так, ей пошел, адепт приходит. Здесь у нас есть бункер, можно завести иллюзию сейчас, конечно. Он уже открывает. Ложки Милки Кау, кстати, закрыл-открыл. В итоге можно было попытаться заскочить. Вот. Помните про задержку, ребят. Я все показываю, что вы видите. Эй, чудо. Скорее магнитного поля. А что это же раньше, по-моему, захват циклон повышает. Но в любом случае у него нету даже на без этого грейда вижена, чтобы убивать юнита. С этим грейдом обязательно придется сканить, но зато если призма или оракул в рейндж его попадет, я не знаю, раньше это рейндж, по-моему, был, может сейчас меняли, конечно. Исправьте меня, если я что-то путаю. Так, прошу прощения. Подчинил. Ну что же, оракул строится у Милки. Три гейта есть, варп есть, открыть можно гейты, робок. Кто здесь на газ отправляет почти сразу рабочую? Гейты открываются и... Так, запилите, кто не голосовал. Валку, ребят. Хуже слышно стало. Человек сейчас, погоди, проверю. Да не, микрофон так висит, не должно быть хуже. Приходит, смотрите, циклон. Так вот как-то Милки Кау хотел расконтролить, но вот в оверчаже долго был. Тут еще плюс адепт. В итоге циклончика отдал. Здесь у нас рабочий не прикрыт. Посмотрите, туреточками. Марики пришли, но марики-то должны с циклоном приходить. А в это время дома-то ничего не защищено. Реакция моментальная практически. Ну что, молодой пока. Реакция хорошая. Оракул. Оракула больше не контролит у нас Милка. Так, здесь с циклоном, кстати, Милки Кау пытается юнитов подрезать. И даже подрезает. Марики куда-то заплутали, бедняги. Марики куда-то пришли. Отдача. Трех мариков. Так, себя громче. Что там с громкостью-то такое? Сейчас я там проверю. Да нет, микшера все нормально. Все везде нормально, ребят, должно быть. Завершена. Да и звуки из игры не дико громкие. Не дико громко. Дайте-ка сейчас я проверю вообще, что там. Я здесь. ТСМ готов. Вижу, все под взрыв. Так, ТСМ готов. А, может, я это, наверное, стул поправлял, наверное, говорил. Вот. Все в порядке, ребят, вы все сейчас услышите. Вот. Вы все сейчас услышите, скажете, как лучше стало или нет. Да не, все параметры нормально, не должно ничего происходить. С микрофоном все окей. Здесь у нас циклончики плюс марики стоят. Там блинк делается здесь тимпак. Ну, Милки больше протаса лимита сейчас 92 на 74. Но это не значит, что он победил. Хотя здесь золото ставится, но здесь тоже третье ставится. Фениксы тут рядом висят, но туреточки есть. Вот здесь вот не строится барак, нужно это заметить. Для чего? Для того, чтобы достроить, конечно же, его. Два циклончика на мейне. Да, это рейндж захвата циклона. Посмотрите, какой рейндж гигантский. Просто гигантский рейндж. Поднимается Милка сейчас у циклонов. Конечно, против фениксов циклоны не очень эффективны, так как они подняли, просто сбили вот этот каст, и все, и ничего не сделать. Так, здесь барак заказан. То ли тот достраивается, то ли новый уже. Здесь у нас некий с двумя пилончиками уже пробок переводить. Переводит Милка сразу. Достаточно много пробок. 12 штук. Так, спасибо, Алекс, а что баба-то вообще слушает? Разработка завершена. А, канал у меня не открыт, потому что, ё-моё. Я думаю, что она молчит. Всё, теперь не должна молчать. Будет переводиться здесь КСМ тоже на золото. Дистанс майнинг некоторое время будет
Ну, в плане контроля всего, как бы, да, тут и прот слетает, но игра достаточно пассивно складывается, видно, что немножечко тут не хватает опыта игрокам, то есть Протус уже дэмэдж серьезный тиран нанес, мог бы он прессовать его как-то посильнее, но предпочитает по макро закрепить, и тиран в итоге на золото выходит, когда тиран на 3 базы выходит в лотве на золото. Вот. Тогда все очень круто происходит у тирана. Скорость атаки адептом. Плюс один делается. Здесь забегание. Ну, тут какое забегание? Здесь все под ревелейшеном. Все прекрасно Протс видит. Бараков работает 5 штук. Ну, саплай блоки неприятные тут происходят. Уже депошки строятся. Депошки, чтобы строились, строятся. Викинги. Здесь так по олдскулу у нас играет Милки Кау. Такому, с викингами. Кан пошел. Здесь Протс встречает, принимает. Дропчик, нужно уходить. Здесь еще Марик есть, всеми стимпачится уходит, Милки Кау. Дроп не удался совсем, что здесь не удалось, вот просто грамотно оборону строит, просто 200 скоро будет, гиты добавляются. Единственное вот, да, фотонка на мэне, фотонка на второй есть, вот на третьей нужно фотоночки делать обязательно. И вот посмотрите, сколько мало здесь пробок, то есть нужно всегда контролить. На газ направил, нужно еще перевести, чтобы золото добывалось с мейна, например. Так, Зиг голосование создал. Спасибо тебе, Бзик. Так, текст. Обновлю в паузе. Ну и пошел вперед, Милка. Или не пошел еще? Двигается, да. Двигается вперед. 4 Феникса. Лимит 179, почти 180. Тирана почти 160, 88, 116 боевой. Боевой где-то около 30 в пользу Протуса, но Фениксов, Мазеркур можно исключить, они дэмэджем особо не помогут. То есть, ну, лимиты сопоставимы. То есть, хотя Фениксы отвлекут, зато вот что, викингов очень важный юнит для Тирана, и зачем-то они впереди очень сильно стоят. Боевые сталкеры приходят, минус 3 викинга на ровном месте. Четвертый полудохлый, почти что 4 викинга, можно сказать, минус. Медивак всего 2 штуки, поэтому вылечить такое количество био будет, ну, очень тяжело. Сканет Милки Кау, сейчас позицию старается занять нормальную, сплетануться. Ну, выманивает его Протс, вынудил тирана вперед пойти, ну, смотрите, на контроле тут развернуто. Но слишком много здесь колоссов, био в куче стоит. Викинги тоже были продемажены. Ну, пару ошибочек таких позиционов. То есть, просто, видимо, нервничает немножко Милки Кау. Допускает ошибки. ГГ. 1-0 в пользу Милки. Допускает ошибки. Я бы сказал, они такие не очень грубые, но... В плане их исправления. Но они очень грубые в плане того, как тебя за них наказывают. Если ты вот не можешь законтролить вот так вот. Так. Так, куда-то делся Милка. А вот и Милка.
Так, что за... Так, ну что, вторая игра. Так, Милка не готов, ребят. Ну, скоро будет готов, начнем. Турнирчик можете поддерживать, конечно же. Всех еще раз я вас приветствую. Недолгий сегодня будет стрим. Я не знаю, сколько этот шоу-матч пойдет, но я думаю, до 9, до 9.30 максимум. Ну и на этом я остановлюсь сегодня. Ё-моё, 666 рублей сегодня. Поддержки было. Просто могу вам даже показать. Ребят, так дела не делаются. С такими цифрами в Новый год не заходится. Ладно, шучу. Такое редко вижу прям, что вровень так и не меняется. Так, цифры надо поменять. Поехали, все готовы, отлично. Так, ребят, прошу прощения. Буквально минуточка мне необходима. СДМ готов! Телефон на зарядку надо поставить. СДМ готов! Ну да. Козни темных сил. Да ладно, это шутка все, ребят. Главное, чтоб нога моя цела была. Ну и чтоб я никому не ломал тоже. То, знаете ли, всякое бывает. Все, ладно, как-то я уже ахинею начинаю нести. Газ добавляется, Протс играет не через кибернет купи... После Нексуса второго был гейт, кибернетка билд, потом Нексус запилен, то есть через адептика раннего. Видимо, может быть и нет. Сейчас мы увидим, что именно хочет сделать Милка. Милки Кау здесь принципиально меняет билд сейчас. То есть он больше не играет ни криперов. Алекс 9544 поддержал ваш канал на сумму 1000 рублей ровно. Спасибо за стримы и всех с Новым годом. Спасибо, Алекс, 9544. Но у нас пока еще Нового года нету. Вот, но скоро будет. У кого-то уже он наступил. Всех поздравляю, у кого наступил. Конечно, снайперок это прямой эфир. Вот, но задержка 90 секунд. Помните об этом.
Ну я здесь, я сейчас. Темно. Блин, а как я из дома буду ходить, чалик-то будет? Из меня боятся взрывов. Ну ладно, нормально, чалик переживет. Я ночью приду. Да, Уэлл говорит, лучше бы ты всем по косарю задонатил, помню, с Новым годом поздравил. Лучше бы все, помню, по косарю задонатили, а помню бы всех с Новым годом. Тогда мог бы и с Красной площади, потому что в чатике 545 человек, если что. Вот. Ну что же, 34.25 пурабам, как-то мне нравится, конечно, экономика, как вот у Милки. Все очень четко, это плюс 2 газа. А что у нас с тиран? Тиран летит дропаться, но этот дроп может стать погибелью и тирана. Почему? Потому что когда ты такой билд играешь, минты марики должны какой-то демедж обязательно наносить. Если они не нанесут как демеджа, то будет печать. Посмотрите, а здесь через фениксов играет Протус и уже ждет. Что самое интересное, вот он с первого поставил здесь около второй базы, но наиболее вероятное место дроп, конечно же, здесь и есть. И один около мейна поставлен сейчас. Но минку... Да, минка... Копается, хорошо дропается сейчас Милки Кау, хочу вам сказать. Не ранжа пилона, это очень важно, только медивак. Не нужно заводить туда, не надо, конечно, нельзя давать пробки выманить за алтминки. Минку можно и перекопать, на самом деле нужно что-то делать активнее сейчас, обязательно, Милки. Точнее, Милки Кау. Так, фениксов три штуки, минка. Здесь минку не поднял, ошибка, что минку не поднял, залп по фениксу, хороший залп проходит, но... Демедж-то недостаточно нанесено, еще один феникс минус, ну, хоть юнитов парочку ключевых выбил, и то хорошо. Адептик минус, здесь у нас феникс Марика поднимает, что ты, Марика, поднимаешь? Ну, атаковать-то он не может, сейчас Марик вниз опустится и объяснить, что не надо его поднимать просто так. Минка сейчас закулдаунится и сделает обязательно выстрел еще, скорее всего. Сталкер в рейнже минки этой, ушел из рейнже минки. Мазеркор. Что Мазеркор у нас летит сейчас? Получит Мазеркор. Минус Мазеркор. У него ХП желтенькое было. Ошибка сейчас от Милки. Абсолютно точно. Юнит 100-100. Юнит 100-100. Это так потерянный. Это не очень хороший расклад, я вам скажу. Плюс 3 гита добавляются. Еще один подобный дропчик полетел сейчас. И уже делается стимпак. Био. Медивак еще плюс один. Сейчас в медиваке с реактором будет по два строиться. Мулы новые выкинуты. Хорошо, хорошо. В этот раз Милка, смотрю, что матч-то у нас такой равный прямо идет. В первой игре Протус как-то лучше. Как-то так. Так, Илюх. На наши зомби напали. Мне тебе нужно позвонить, если после матча, ты запиши мне скайп, да. Смотрю, что там будет происходить, и все будет окей. Фотоночка здесь поставлена, фотоночка. Кстати, сильно прямо она не мешает, но вынуждена вот с этого минералина вот так ее объезжать. То есть лучше все-таки от пилона где-то подальше вот так ее ставить, чтобы проход между ними был. Ведь это не первый StarCraft, и тут здание, если друг другу ставишь, они полностью блок делают. Первым StarCraft такого не было. Третий Nexus готов уже у Милки. Фениксы все еще летают, харасят. Но в этот раз у тирана гораздо лучше дела, чем в предыдущей игре. Идут разве что два барака не работают до сих пор. Так. Почему я еще не за праздничным столом? Ну, к сожалению, я приболел. Я сегодня мерил температуру. У меня, кстати, 7,1. И я не поехал к своим. Жену не увижу сегодня, потому что жена неделю как с операцией. И я не хочу никого заражать. Это очень опасно. Поеду уже, ну, на днях. Может быть, если завтра получится, чувствовать буду. Не знаю, как это произойдет. И у нас не 21 фильм, у нас 23.
что минус Феникс. Или не минус Феникс. Уже было 4 за игру Феникса минус. Сейчас вот я не понял, что произошло. Тиран на третью собирается выходить. Парабам Протосов. Ну, только Тиран Протосов покой оставил. Сразу Парабам вперед выходит. Интервью. С кем интервью? С молодыми? Нет, интервью, наверное, не будет сегодня. Вот. Режим готов. Кому навешать? Ложи! Вооружен и опасен. Режим готов. Режим готов. Так, стимпачится опять Милка Кау. Фениксы сагрили сейчас на медиваке. Два минус, два чудом улетают. 117-115 по лимиту. Ну тут колоссы Фениксы уже строят. Смотрите, Тиран просканил, видит колоссов. Блин, ну колоссы Феникса, это, конечно, интересно, но не так сильны колоссы, как раньше. Вот, ну такой имел место билд раньше. Ну, кстати, тогда без вообще гейтового мяса все это дело масло. Здесь же какой-то некий гибрид обычного билда, плюс добавление Феникса к этому всему делу. Либератора вижу первых двух у Милки Кау. Вижу, Минки он строит, а как будет законтроливать? Рассчитывает на свой контроль Милки Кау по ходу дела. Депошки, нужно побольше депошек строить, уже много экстрасаплаев накидано. Просто вот такой микс, еще тут и Минки, и Либераторы, и все-все-все, это очень тяжело будет. Фениксы на патруле, самое интересное, просто продолжает масить Феникс. Тут игра затягивается немножечко, и попробую еще ворвить сюда. По этой игре не видно, что Тоста явный прям фаворит. Посмотрите, Тиран-то хорошо живет. И разве что Брод вторую атаку делает, но у Тирана есть первый. 1-1 скоро будет сейчас. Так, вторая фаржа, кстати, давным-давно есть, но она не работает. И дестабилизаторов добавлять, прям какой микс, прям он все хочет законтролить, и колоссов, и дестабилизаторов. Но если, конечно, дестабилизатор вот такой кучей Тиран будет ходить, например, представьте, что с этой кучей может сделать дестабилизатор, например, своим выстрелом. Ну, будет ли в такой куче ходить Милка, пока непонятно. Вот он выход вперед делает 181 на 167 по лимиту. Милки Кау, точнее, простите, Милки, это Протс. Посмотрим. Викингов маловато, конечно. Викингов 3 всего. Сейчас еще 4 вылет. Ну и колоссов 2 просто перестал их делать. Но здесь еще есть 3 либератора. Нужно про, вот, про этот момент помнить. Так, раскладываются либераторы. И минус сталкер. Просто, конечно, не демошно. Пошел дропчик, медивак демедженный, нужно уходить, конечно. Убивается медивак, но четверо успели выпрыгнуть, пока он не погиб. Ну, Тиран встал здесь рядом с Протосом, но что он здесь стал? Нужно развивать как-то свое движение вперед, развивать атаку. То есть нужно что-то убивать, чтобы оппонент пошел вперед. И тут никак со мной Влада или Тиран просто. Там он встал так, что третью отсек просто и... Естественно, ничего с этим пойдет. Здесь пилончик, кстати, интересный такой стоит. Идет забегание на зелках, но у зелков нету мува, что самое интересное. Так, под минки попадают зелки. Минки Кау отконтролил, на минке дэмэдж. На минках дэмэдж не получил своими юнитами. Зелки дэмэджены, нужно контролить, убивать. Здесь стоит, все еще блокирует оппонента. 200 лимит Тиран, 190 процесса, нужно здесь выбивать. Конечно, дестабилизаторами минки. Три минки взрываются сразу же. Ну, кстати, вот снизу можно дестабилизаторы подрезать, они-то не могут через клип стрельнуть никак. 6 еще адептиков. Ну что, интересно, будет идти вперед у нас Милка? А
Либераторов всего два, то есть их можно убить фокусом там или просто через атаку и выйти нормально драться внизу 2-2, тем более грейды у Протоса 3-3, закат 4-й, Нексус делается, вот тиран не законтролил то, что там 4-й где-то сбоку, а адепты пришли. Адепты разные цели бьют почему-то, здесь био есть, но оно стоит почему-то, это био непонятно почему, ничего не делает тут. Тиран, посмотрите, вот тиран как сейчас игру проигрывает, в чем ошибка самая жесткая тирана сейчас. Все, он встал здесь, он просто ничего не делает, просто это понял и сам его начал шатать. В итоге тиран беспокоится за основную армию, ему нужно контролить обязательно, а как ты не будешь контролить? И дома контролить, все. А просто нужно только в одном направлении, вот, контролить. То есть, когда тиран пойдет вперед, он быстро разберется. Вот в этом плане, конечно, грамотно все делает у нас Милка, Милкикаут, нужно как-то понять ему такой момент, что так делать нельзя. То есть, если ты в атаку идешь, нужно либо занять позицию дропаться, либо атаковать, либо ну, как-то действовать. То есть, недостаточно прийти и встать рядом, чтобы победить. Так, взять стабилизатор. Дарки что-то затупили, походу. Это Дарк там стоит или что? Да, посмотрите, хорошая позиция, Дарк не хочет воевать, он сныкался за углом, тиран пока не видит, никто его вообще не видит. Обзи стабилизатор, кажется, здесь вжарил очень даже неплохо, но чего тиран дождался, так это викингов количество увеличения, причем очень значительного. Либераторов можно было бы разложить так, чтобы они до зданий доставали и пытаться уже наверх попрессовать, конечно, но пока... Пока не пытается. Сейчас 2-2 у тирана, кстати, доделываются. И плюс атака на воздух скоро будет готова. Но у Протоса тут тоже две фаржи. Они бустятся. То есть у него сейчас 3-3. А нет, 3-2, прошу прощения, будут грейды. Привет, Алекс, Эфиксован. Еще раз. Ну вот. Неплохо. Милка призму поймал. Есть третий Нексус. Четвертый Нексус заметил тиран, его начинает прессовать, перестимпачил все в мясо, все, и уже драться здесь особо не хотят. Сталкер сзади бежит. О, медиваки, шесть, куда вы побежали, пацаны? А так приторчали, что ли, что до дома решили сбегать? Энергии много стало. Стимпаков кололи, энергии много, решили пробежаться просто так. Вот, ну... Здесь вот блокаду снял, просто спускается вниз, 200-200 примерно лимита, но никто вперед пока не идет. У тирана третья атака, вторая воздушная атака, третий армор не закан. Спасибо тебе тоже с наступающим, ряд всех с наступающим, кого наступил уже, тех с наступившим, естественно. Нужно собрать тирану все свое войско, вот у него, посмотрите, как разрозненно. Здесь группа, там группа, камни не пробиты, вот сейчас пробьет камни, ну камни такая армия быстро убьет, конечно. Все, берет всех юнитов, просто уже сам пришел вперед. Нужно. Так, ЕМП пошло, ну так, не самое лучшее, я бы сказал, ЕМП. И минус 2 гаста за это. Нужно как-то тирану. У него, по-моему, все в одном контроле ходит. Смотрите, да! Вот это от этого нужно отучаться обязательно. Какие викинги? Викинги с био никогда не должны в бинде в одном ходить. Потому что ты не сможешь их нормально законтролить. Потому что мутил будешь постоянно нелепо как-нибудь. Мазерфор минус. Развивать атаку. Боится Милкикау подраться, но вот против дестабилизаторов нужна инициатива, нужно чувствовать, как ты можешь их развести. И если ты можешь, то нужно именно драться просто и все. А вдруг Протус не законтролит. Здесь Сешка добывается, Протус тоже не выпускает, ну, интересно. Либератора, викинги, плюс 2 скоро будет Fusion Core, центр синтеза, так называемый, которым, с помощью которого можно делать грейд баншам на мусор, можно делать батл крузер, можно много чего делать. Телепорт делает Протс, знаете, либераторы раскладываются прямо под армией Протса, викинги здесь рядом, Протс позицию потерял сейчас, и тиран хорошую позицию занял. Вот дестабилизатор стреляет, молоко вообще никого не убил сейчас, вот о чем я говорил.
Ну вот и тиран опять стал. Милки Кау нужно, знаете, вот он то ли нервы, то ли что, пришел, позицию занял, так атакуй, база, вот она. Тут база добывается, что здесь постоять? Конечно, нужно не обязательно всеми юнитами. Поставь полукругом, займи позицию, буквально два мародера, там два марика, стреляй, и все, просто понимать путь, что медленно, но верно падает база, и нужно будет драться за нее. Так, френч либератора врывается, тут дестабилизатор стреляет, ё-моё, как все. В одном бинде, да, просто водит в одном бинде. Конечно, это очень тяжело будет все законтролить тогда. Так, либератор минус один, минус два, нет. Минус два, не минус. Отступает. Два, не минус. Второй не минус, прошу прощения. Отступает тиран назад. Император один, что он может сделать? Зилок не рад, конечно, но даже не минус зилок это. Что, заходит просто цешечку, скорее всего, бреет. Не, Дарк, кстати, куда-то делся отсюда, он на карте, его нету. Ничего, то ли через F-ку, то ли, за, то ли как забрал. Не понимаю его. Так, Сталкеры подблинкили. Ходит по EMP проц. 185 тиран, 104 прокса. Лимита боевого прокса больше. Стабилизатор стреляет. Минус ГОСТ, минус мародер. Нужно вперед идти, блин. Самому тогда, если тиран не хочет драться, значит он боится. ЕМП постоянно кидается. ХП, посмотрите, гигантские дэмэджи наносит ЕМП. Именно ЕМП. Да, а где обсервер? Я не знаю, где обсервер, но ГОСТОК. Кто-то одного убил сейчас у нас минус. Так, либераторы раскладываются, нужно открутить немножко гасты. Так, мимо гастов, не видит такое ощущение у меня минка, где гасты находятся. Их можно выбивать просто вот этими ребятами. В итоге вынужден отступить, базу установил, добычу начинает и тоже сам убежал. Ну, короче, такая, оба боятся проигрывать, как бы, и начинается такая движуха состояния туда-сюда. Если такие игры будут, бой 7, и еще будет не в одну, ну, если не в одну сторону будет счет у нас, а более-менее равный, так мы Новый год встретим тогда здесь, на этом шоу-матче. Фениксы до сих пор 4 штуки где-то были, непонятно. Протос стоит на месте, ничего не делает. Тиран видит, что Протоса нет, заходит на пятую базу. И тут явные проблемы. Телепортироваться сюда как-то уже поздновато получается. Просто сам должен размен идти в итоге. Тиран здесь немножко разбирается. Но Дарка тиран не видит. Дарк уже нарезал, тут и готов всего-всего. Протос приходит. Смотрите, мне кажется, что для тирана это может быть минус. Почему? Потому что он убил только пятую базу, а сам потерять может продакшн очень жестко. И ЦЦшки, и саплай блок может быть. Попробую восстановить, еще ЦЦшка падает. Саплай блок, правда, еще нет, но вот викинги летают вообще без прикрытия, просто пока не видит. Вот, наконец, заметил. Викингов минусует. Ой-ой-ой, как все викинги разваливаются. Минус все, дестабилизаторы стреляют. Ё-моё, в какую кучу попал сейчас Милка, это жесть какая-то. Разворачивает, еще один выстрел. Агрессивный подблин. Медиваки минус, викинги минус, 174 на 127, входит у Протса по лимиту сейчас. Вот наконец-то пошел экшен, экшон пошел. Ну что, Протс тут сбривает все и спускается к четвертой. Зачем он к четвертой спускается, я не понимаю, почему не пойти на мейн? И вообще он мимо ходит. Так, нужно драться, вот зилок, да, один зилок, все понимаю. Че, блин, стоит, пошел, планетарку прыгнул. Погиб. Здесь тиран идет вперед. Всего один медивак, то есть это не перспективный размен. Абсолютно не перспективный. Юниты все обстимпачные, демеджный, медивак всего один. Сканет вовремя, Дарк увидит Милки Кау. Но, к сожалению, Протоса больше. И продакшн сейчас еще тиран выйдет из Протоса. Нужно сталкерами прийти. Блинк тут самому пока идет. Блинкивается. Здесь тиран тоже подают. Здесь еще дарками можно резать. Г пишет Милки. Понимаю, что здесь ему не выиграть, к сожалению.
А, ну если на новый, до Нового года 20 минут, то я точно встретишь, согласен. Сумеречная башня, следующая карта. Все, я здесь, ребят. Что-то Милка не заходит. Так, секундочку, у меня звонок был. Яндекс поддержал ваш канал на сумму 2016 рублей ровно. Праздник к нам приходит. Праздник к нам приходит. Праздник к нам приходит. Старкрафт настоящий. Так, спасибо тебе, Яндек. две тысячи шестнадцать, спасибо. Интересная цифра такая, конечно же. Ребят, очень приятно. Всем большое спасибо за поддержку. Вот. Так, ребят, все ли тут, я узнаю. Ну что, все здесь вроде бы, как бы. Милка 2-0 ведет. Готов!
Спасибо всем, ребятки. Спасибо всем, ребятки. Всех с наступающим, ребят. 31 число. Шоу-матч. Милка против Милки Кау. Милка ведет 2-0 неожиданно. Некоторые утверждают, что на ладере Милки Кау играет лучше. Но не ладером богаты. Ну, Милки 14 лет, а Милки Кау 12, поэтому вот где она имба. Нервничает Милки Кау явно. Ну, ничего страшного, там два места призовых. Утешительный приз в любом случае будет, во-первых. Во-вторых, все еще впереди, конечно. О чем речь? Так. Ну что, Зилок готов. Был небольшой саплай блок у Протца, больше его нету. Решил Милки Кау, что будет играть. Вот вы видите как. Плюс пилончик на рампе. Второй Никс мышку раскачивается. Просто впереди по рабам. Саплай блоков не наблюдается. Здесь же у нас что? Здесь же у нас вот что. Увидите? То есть это будет... Ага, ага. Просканил тиран, кстати говоря. Посмотрел, что происходит. А у Протца-то вот это здание может быть ключевым здесь. Почему? Потому что фениксы, а они очень сильны сейчас. Особенно против таких билдов. И тут Протц фактически попадает. То, что делать необходимо ему. Так, ой, люди-то все делись. ТСМ готов! У нас бой 7. Поэтому, конечно же, этот матч решает. Прилетает медивак. Там 5 мариков сидит. Дропчик пошел. В это время 3 гелиончика врывается. Смотрите, здесь адет плюс зелок. Гелионы очень неплохо тут мариков. Начинают разбирать. Мазерхором уверчаж забывает выставить сейчас. Милка только сейчас выставила. В итоге отбивается, но теряет 12 пробок, а это действительно много. Но у тирана это какой-то билд... это вообще билд улыновый. Получается, это будет выход еще от тирана. Протца отбился, потери высокие, но бас 2 штуки. То есть он быстро вперед выйдет по экономике, но по боевому-то лимиту. Выйдет ли он быстро вперед? Вот в чем вопрос основной. И странно, что здесь, конечно, Милки Кау нету по билду выхода в какую-нибудь ССшку. Ну, кстати, у него тут хорошая армия. Но проблема в этой карте в чем? В том, что здесь-то и мимейн, и вторая на хай-граунде находится. Как на рампу-то заходить, непонятно. Тем более фениксы есть. Тем более сейчас Протц все спалит. Что здесь происходит? Вот они, фениксы, прилетают. Видит Протц выход. Нужно проверить, где же вторую базу. Второй базы нет. Я думаю, что прекрасно сейчас все начинает понимать Милка, что его ожидает. Ну а Милки Кау вошел вперед. Либератора одного лучше законтролить. Почему? Потому что... Так, туретка не скрыт, что туретку достраивать. Туретку достроил все-таки в итоге. Начинает добычу. Чуть не потерян был Феникс, но чуть не считается. Чуть тут немножко под контроль у нас Милка. Пошел выход, КСМ-ок еще взял, надо сразу было взять, чтобы Либератора-то вычинивать. Либератора, конечно же, ну, оп, прошу прощения, что я
Контролирую криво. Минус один Феникс. Тиран подходит. 31-21 по боевому. Плюс 3 гейта. Пилона достаточно много. Гейты зачем-то крампит. Крампи не нужно ни в коем случае гейты ставить. Так, дропаются танки. Нужно аккуратнее быть. Нужно ни в коем случае в рейндж пилончикой не врываться. Если Прот каким-то образом выбьет сейчас Фениксов, например, может лишиться... Точнее, Тиран... Нет, да, если просто не Феникс выйдет, а просто выбьет Медивак и Либератора, можно лишиться Вижена на хай-граунд, и тогда будет печально. Так, ну что, дальше заходит Тиран. Овертяж пошел. Овертяж. Это временная мера. И, кстати, вот сейчас, когда пилон погибнет, вот сюда может Тиран спокойно зайти. Вот потому что где пилоны другие находятся. И это очень важный момент. Так, Милка очень серьезно присутствует. Милка пытается танк забрать фениксами. Ну не так-то просто это делать. Тут КСМ есть, который чинит замечательно. Робо поставлено так, что оно вообще работать не может. И так, и два гейта сейчас будет отключено. А ну в робота могли бы строиться и морклы там, например, или что-то еще. Пилон падает. Гейты, вот почему гейты сюда не нужно было ставить. Об этом я говорил сейчас. Ну ошибки, ошибки же надо. Милки. Идет 2-0. Нервишки, видимо. Так, ну Тиран очень хорошо разводит. Пришел, и посмотрите, как он прессует. И там уже ЦЦшка строится. Тиран прессует. То, что редки добавляют, чтобы фениксы не решали. Да, просто больше, конечно, лимита. Но у него нет такого лимита, который вот этому могут отбить. Потому что адепты, они только мариков здесь нормально доработчик убивают. А о танках, либераторах можно забыть. Так, минус пилон, уверчажи не ставятся. Либератора можно дальше продвинуть, танки можно дальше продвинуть, что и делает, кстати говоря, сейчас. Так, пошла атака. Нет, Милка пока не атакует, Милка выжидает. Врыв пошел адептами, но прямо в рейндж Либератора, ребят. Либератор будет фениксами, возможно, уничтожен, подняты танки, но Либератор-то там спуняет. Только сейчас Либератора добил в итоге Проц. Это была ошибка определенно так долго добивать Либератора, но все равно, посмотрите, понемножечку с фениксами взял да поломал, по чуть-чуть. Танк падает сейчас, один танк снизу находится, нужно бы его забрать, а то он что-то тут сплэшем по два адепта прям сразу забирать. Еще адептов товар. Все, сейчас туретчик кончится. Туретку добить, туретку добил, но туретка успела мазеркор добить. Дант контролил Милка, но Милки Као, простите, но он особо больше не стрелял. 45-30 в итоге по Рабаму, просто все неплохо. И на третий Нексус надо выходить, видимо. Да свершится правосудие. Месторождение минералов истощено. Телепортация завершена. Марик, минус танк. Будет минус танк точно. Но не сейчас. Но у Тирана уже вторая вовсю добывается. Но что у Тирана плохо, так это то, что стимпак до сих пор у него не заказан. Здесь уже третий не заказан. До варпа идут. Четыре КСМщика забрано еще. Так, Феникс не рейнджа туретки умудряется. Милки, кстати, тут харасить чисто по скиллу. 84, 104 по лимиту. Ну, Фениксов забыл сейчас. Просто забыл. И под мариками потерял почти всех почти Фениксов. Убил двух либераторов. Это печаль какая-то.
108-90 по лимиту. Третий некс начинает раскачиваться. Мейн почти кончился. На второй базе еще минерал есть. Здесь тоже мейн кончается. ЦЦшка третья есть. Ну, мейн-то кончается. В итоге бас ровно. То есть Протсу нужно что-то предпринимать. Протс пока не собирается ничего предпринимать. Самый... А вот стимпак готов. Щиты только правда закатывают. Привет. СК2 ТВ, привет. Здесь газ не добывается. У Протса это очень печальное такое обстоятельство. Колоссы строятся, рейндж делается. Минки, но это все против фениксов. Пассивность началась опять, то есть вот встали и начали пассивничать, конечно. Но я даже не знаю, кому это выгодит. В принципе, у Протса-то лимита больше, как бы у него экономика получше сейчас. Но он четвертый никс не пытается тоже ставить, он именно масится. Ну и думаю, что правильно. Нет, тогда, когда я смотрел, вроде не готов он был стимпак, хотя, может, я ошибаюсь. Там серое было, видимо, он как раз в этот момент доделывался и доделывался. Либераторы прилетают. Так, видит, Протс прекрасно этот выход. И сейчас неожиданно хочет подойти сюда. Так, неожиданно он подошел. Минус медивак с танком и минус танк просто из другого медивака. Ну что, обрубил сразу желание тирану врываться. И тиран уходит в центр. Танков больше нету в этой миксе. Танки на самом деле не сильно в DC помогли бы. Отдать птикиферю пошли. Дропчик тройной собирается делать. Такой еще у меня мелкий кал. Да, ну здесь вот три феникса есть. Но они в странной позиции рядом с четвертой базой. Вот откуда дропаются-то. Вот прилетают отсюда. Они даже не контролят здесь. Адепт случайно тройной дроп солидный. Но вторую базу дроп уже навряд ли получится. Плюс два. Вторая атака скоро будет готова. Тирана 1-1. Так, что, стали фениксов юзать? Дело в том, что играют молодые пареньки, 14-12 лет, запилили шоу-матч, праздник же, плюс поддержка им, игрокам молодым. Ну, они в мастер-лиге, ну, то есть они играют то, что умеют играть, то, что у них отточено. Четвертый Никсус сейчас начнет работать очень скоро. Обсервер, а нет, это адепт, даже не обсервер. Здесь бы где-нибудь обса повесить, чтобы законтраливать. Так, убивает тут дроп у нас Милка. Очень жестко. Скоро уже чаржик будет готов. Что за грейды есть? Блин, чарж уникальный. Так. Нет, не знаю грейд. Но сейчас в Твайлайте все грейды применяемые. Все нужно делать. Здесь вот пилонов нет, минеральных неплохо, не фотонов. Если дроп сюда пройдет, минус база может быть. На мейне тоже обороны практически нет. Если крупный дроп, можно вообще мейна лишиться. Очень быстро. И у тирана-то лимит быстро копится 66 на 181. Но меня беспокоит, что тиран четвертый не пытается занимать. Если он сейчас пойдет вперед всеми, опять будет нервничать, может отдать армию. И это будет очень печально. Да, ЦЦшка с мейна поднимается. Здесь уже... Так, газ, все кончилось. Здесь ничего не осталось. Конечно, нужно перелетать на четвертую-то. Здесь уже дистанс майнинг пошел теми, что с мейна рабочими. Нужно взять отсюда чуток. Тут уже кончается минеральную. Так вот, наверное. Ну, вот этих. Может, хотя бы 5-6, да, 6 где-то. Так, вот, да, вот взять. И отсюда часть взять. И тогда будет здесь база добываться. Еще 4 минеральных кучки. И здесь две будет нормально раскачанных. Протс ставит пятую сейчас. 98-188. Протса две атаки, у тирана 2-1. Протс не делает больше трейдов. Как-то так. Пошла атака от тирана. Протс что-то боится. Что Протс боится? Смотрите. Вести и убегает назад. Значит,
боялся сейчас. Ну, конечно, если первый бой принять так криво, дальше уже шансов выиграть никаких нету боя. Просто на ровном месте сбрили 30 лимита, даже не ударил сейчас, просто никого. Колоссов потерял, не понять зачем строил. Штормовиков нет, хотя шторм делает. Гиты, что у нас? Гиты открываются, один всего лишь новый открывается. Гитов что-то очень мало. Так, тиран пытается идти вперед, но не так-то просто напротив с адептами. Зилками чаржит вперед, агрессивные блинки пошли, Минка не копается. Ошибка, что Минка копается. Феникс что-то... Тиран теперь, то Протос убегал, смотрите. Убегал Протос, тиран развалил Протоса. И потом Протос разваленный начал разваливать тирана, тиран начал убегать и Протос развалил тирана. То есть, ну, тут, конечно, много ошибок в игре в этой происходит. Но нужно анализировать потом, я, может, будет день свободный за пилюстрин, сегодня-то уж точно его не буду. Посмотрим ошибки. Пытается наломиться Протос, самое удачное место, в кавычках, вот это сюда пойти против тирана с такой армией. Конечно же, в этой узкой горловине просто разгромит. Так, дарки, темплары, газа миллиард. Нужно архонов сливать, почему? А, шторм есть. Ну, шторм-то есть, но энергии-то нет на шторм. Смотрите, сколько газа просто. Если слить архончиков, то тут их может очень много выйти. Сейчас просто со всех гейтов можно варпить. Так, здесь гейты есть. Еще плюс 5 гейтов. А вот в чем дело-то было. Гейтов всего 7 было у Протоса, и у него не было нового. Поэтому такая ситуация и была. Так, лупич 25, еще 2888 рублей. Что ж, призовые как призовые. Все, у некоторых штормовичков уже и на шторм есть. Есть дарки, между прочим, в миксе. Пошел в танк. Минка делает залп, заходит Протос. Бегает вперед. Штормы идут. Штормы вроде кинул, а дальше-то пойдет, интересно. 164. Нет, тирана больше по лимиту. Но у Протоса 49 пробок на 72 рабочих тирана. Тирана с рабочими переборов. Это жесткий. Белки приходят. Тут нет планетарки, между прочим. Это очень важный момент, что планетарки нету. Потому что если бы была, тиран мог бы позиционно где-то вот здесь вот держать позицию. В итоге планетарочки нет, и тиран не может никаких позиций держать. 127 на 143. Кажется, да, лимит почти одинаковый был, но у тирана рабочих на 30-ку больше, то есть боевого на 30-ку больше у Протоса. Но он что-то тупит, знаете, он бегает и армией вот от таких вот юнитов красных. Понятно, нервничают молоденькие, прийти ГГ пишут. Все-таки 3-0. Как-то дотрепал Милка в итоге. Довел до победы. Ну что ж, молодец. Так. Я думаю, в какой-нибудь отдельный день сделаем мы, короче. Интервью. Ждем четвертую карту. Ну что я могу сказать? Ну, конечно, не безошибочно игроки играть. Ну а что вы хотите? Ну, уровень для такого возраста и вообще уровень неплохой. Мастер-лига это уже серьезно.
Так, последнее предупреждение. Так, ждем Милку, я не знаю, что-то он кот постоянно пропадает. Куда он постоянно пропадает? Хороший вопрос. Все, поехали. Наконец-то Милка здесь. Ну что, 3-0 ведет. Последняя может игра стать. Это. Что, руины Сироса, 3-0 счет, по нижним респам появляется Милка и Милки Кау. Газ, то есть это какая-то, видимо, опять же тема. Странно, что Милки Кау играет больше какие-то однобазовые штуки, чем макро какой-то нормальный, не знаю. Мне кажется, у него как-то лучше. Я вот смотрел стримы, у него там макро лучше получается, чем так интересно играть. Может, нервничает просто, я понимаю, такое может быть. Это частенько бывает. Ну что, здесь у нас второй газ. Адептик первый, варп пошел, нужно соточка, соточки нету, а вот уже есть туго, но не мазеркор, заказан пока рабочий. Так, здесь опенинг через рипера и при этом, так, а это что за интересная такая тема, это циклон что ли, я не знаю, ну для чего такой ранний циклон, тоже хороший вопрос может быть нужен, ведь цешки-то нету, начинает кто-то дропать. Так, меня начинает дропать. А что меня дропает? Я еще не понял.
Все работает. Игра приостановлена. Игра возобновлена. Так, отфризило. Нигде, ни в каких местах больше не было намеков на то, что-то с интернетом происходит. Ну, все нормально, слава богу, меня не дропнуло, это очень важно. Ривер влетел и двух пробок уже забрал. Минфикал. Адепт не может, конечно же, Ривера поймать, он гораздо быстрее, чем адептик. Нужно иллюзию пускать к Риперу, тогда можно убивать. Так, адепт тут взрывает минфикал. Какие-то... Так, Рипперы с одного барака, вообще какой-то интересный билд тут. Рипперы с одного барака, плюс там факта, плюс циклон пошел. Ошибка то, что... Конечно же, ошибка в том, что нету здесь ни одного пилона около второй базы. Пробки уже уезжают, что-то бред происходит сейчас непонятный. Нужно просто заказать пилон вот здесь, вот здесь. Вот, наконец-то догадался об этом. Ну-ка, нужно пилончик заказать. Но здесь уже хищник, хищный циклончик приехал, смотрите. А хищный циклончик сейчас минуснет Мазеркора, это будет полная печаль. Вот если бы здесь был пилон, ничего бы этого, естественно, не случилось. А так как пилона здесь не было, в итоге это случилось. Похоже на то, что счет сейчас станет 3-1. Это не Мазеркор строится. Рано так и нет второй базы до сих пор. Кактус взрывается. Так, Мазеркор выставляет два оверчаржа, но здесь уже второй циклон приехал. Что, развал? Очень жестко Милкикау развалил своего оппонента. Ну не готов был, просто ошибка, конечно, с пилончиком вот с этим. Был бы там пилон, все, вот реально один пилон. Так, Чаушеску, с Новым годом, Томск. У нас еще пока нету Нового года. Так, говорит, Милки Као, говорит, гоу, и сам Айф кашется куда-то, опять же. Ну что такое-то? Такое ощущение, что их куда-то родители сейчас на дачу увозят там всех, или на Новый год, я не знаю.
Так, поехали. Видимо, да, было не зайти. Ну что, гребень Лерилак, карта у нас. 1-3, одну игру все-таки затащил у нас Милки Кау. Так, у меня 30-ка пинг, смотрите, как-то новогодний какой-то, у меня 40 обычно, 40-45, а сейчас 30-ка. Хороший шпинг. Ой, без Нового года? Да не, без Нового года не останусь, но мне нужно будет друга доехать, как бы, автобусы тогда, да. Ну, в 11 часу прекращают ходить, как бы. Вот, а такси сейчас, как бы, и дороже, и синие туловище там ездят, еще попробую даже летел. Так что, надеюсь, что к 10 до часа мы закончим. Хотя тут пока ничего не понятно, и у нас может быть 4 игры, еще 3 игры может быть максимум. Ну, а может быть это последний, пока сложно предположить. Так, билд похож очень на предыдущий, возможно такой же билд нас ждет сейчас, но ошибется ли так с пилончиком у нас Милка или нет, хороший вопрос. Ну ладно, ничего страшного, мне еще надо будет. И легко, кстати. Глянь скайп. Если смотришь, что я тебе написал. Долетался реперок. Нет, все-таки билд похожий, но не совсем такой, обратите внимание. То есть тут у нас Старпорт на лабу, это очень интересно. Старпорт на лабу, это на баншу даже какую-то похоже может быть. Ну, посмотрим. Сейчас, кстати, интересно, здесь здание такое пошло. Может и вкатить. Опасно, тиран летает. Там хп, по-моему, меньше 30-ки было здесь. Просто выставив рычаж, можно было рипера потерять. Так, пошел робот Вайлайт. Это подозрительно очень. Билд, конечно, угроз сейчас, но... Чем он подозрительно? Понятно, да. Отменил робот. Все, это тем более подозрительно. Я вообще не понимаю, что сейчас делает, честно, Гатос. Так, адептом скорость атаки, но... А вот гейты пошли. Им же как-то нужно идти вперед. Эти Мазеркор вообще не понять, где стоит. Адепты наверх зашли. Мазеркор вот висит, это поодаль, я бы сказал. Нужно уверчаш выставлять. Так, уверчаш выставлен. Все, реакция хорошая, рибер не потерян. Какой-то поздний, опять риперы залетают, что-то просто как-то до этого настолько внимателен было, теперь просто какой-то бред делает. Очень внимательно.
внимательно играть. Гранатка, минус две пробки. Гранаты взорвали, еще в стек специально он их собирал, рабочих этих, видимо. Что-то гранаты. Банша прилетает, у нее есть инвиз. Нужно рабочих контролить, уводить сейчас. Банша врасплох застала просто сейчас. Ему нечем, абсолютно нечем ответить. Заказан, конечно, от сервера, но он уже может не спасти, вот в чем проблема. Тем более, здесь отбивать-то нечем особо. Демош, значит, так, сталкер будет. Уверчажи есть пилоны, но здесь около Нексуса-то нет пилонов. Ой-ой-ой, ребятки, критично. Вторая ванша прилетает. От сервера готов, конечно, но мы уверчажи. Одну ваншу сбрил, другую не сбрил. 16 пробок минус. Спасибо на добрых словах, ребят, на добрых пожеланиях. Очень приятно. КСМ-ки переезжают ко второй. Так, это бизнес-майнинг уже пошел. Что за... Ну, я понимаю, очень. Я вижу по игре, что очень нервничают оба. Ну, видимо, не приходилось играть еще где, да? Какие-то призы есть. Вот. Так как вот такие вещи, они только по нервам могут делаться. Они тут сверхнервы просто. Что это за бизнес-майнинг на мейне? 12 рабочих добывает, даже 11, тут дистанс-майнинг пошел как нелепый. Выход идет с тремя танками, и Протсу нечем вообще отбивать, очень похоже на 3-2, очень похоже сейчас эта игра, но пока сложно сказать. Так, Верчаш на пилон выставлять, выманивает ману очень хорошо. Танки сизи. Вижена нет вот. Класс 3 там полетел. Так, танк далеко очень находится. Сейчас заходит наверх. Непонятно, что тут делает Минтикал, но он сверхосторожен. Это опять же нервы. То есть аккуратнее пытается танками зайти. И танки, в итоге танки вообще ничего не прикрывают, никуда не стреляют. Здесь у нас ни турец, ничего нету. Продакшена вообще тут тоже особо нет. Вся армия штурм-тирана и есть, собственно говоря, это вот это. Плюс два гита на мейне добавлять, все-таки помешку стабилизирует. Менял бы еще здание, было бы замечательно. Призма прилетает, ну пустая, кстати, она прилетает. Адепт собирается телепортироваться, сейчас нет, не собирается, отменил телепорт. Призма висит, видит базу прекрасно, нужно варпить туда, что нужно базу обрубить, заставить тирана мультитаск. Какой-то проявлять. Так, пошел врыв адептами. Сталкеры подходят. Адепты берут статую. Все, в кучу какую-то жестко идет. Сплетанул немножечко сейчас Протус все. Ну что, разбирает? Да, разбирает среди тирана. И призма в атаке есть. Здесь призмы можно контратаковать очень неплохо, я бы сказал, сейчас. Нужно только. Да, пошел варп. Адептов есть скорость. Грейт на скорость. Так, я прошу прощения. Нужно выходить вперед, просто он вот стоит, посмотрите, он сейчас упускает шанс свой в этой игре. Он видит, что ничего здесь практически нету, только один танк и каких-то там мариков пару. Давар в сталкеров идет, начинает разваливать. Здесь прирост так и не смог настроить, пока атаковал у нас тиран. Он увлекся слишком атакой, в итоге вот так вот все печально происходит. 11, 14, 15 КСМ к минус. По-моему, здесь все кончается понемножечку в этой игре. Хотя не факт, что тиран может на хай-граунд уйти, но призма-то есть чем перевозить наверх юнитов. Нужно отойти немножечко, сталкер купит, отдает сейчас. Призму нужно взять срочно с собой и перевести туда наверх, чтобы здесь юнитов очень мало. Так, мазерфорд летает, идет вперед просто. Танки стоят прямо на краю рампы. Давар пошел уже наверх. Тиран с этим никак справиться не может. Адепт со скоростью атаки. Депошечка падает. Танк всего лишь один. Рабочий войск 75-45 по лимиту. А как давил-то вообще жестко? Кау. Ну что, 4-1 побеждает Милка. Вот такой вот шоу матч.
Так. Ну что, сейчас, если Милка здесь, может быть... Я ему сказал уже, что интервью, правда, не будет, но если он здесь, можно на пару слов вызвать. Так, привет, Милка. Привет. Вот, ну, представься, как тебя зовут, во-первых, откуда ты, не расскажи. Меня зовут Макс, я из России, из Новороссийска, это в Красноярском крае, юг. Ну, я-то в курсе, ну, спасибо для зрителей. Ну, да-да, для зрителей. Так, ну, тебе 14 лет, мы это уже все поняли. Как долго ты в StarCraft играешь вообще, вот у меня такой вопрос. Ну, в StarCraft с конца 2013 года в мастерлиге после патча. Все ясно. Скажи, вот Новороссийск, да, там, как с интернетом, есть ли какие-нибудь проблемы, что-то мешает дома, там, может, как тебя поддерживают ли в семье тебя, я не знаю. Да, занимаюсь спортом, в спорте поддерживают, везде поддерживают. С интернетом, ну, в принципе, все нормально, иногда пинг скачет, иногда спайки в ходе были. А так, в принципе, нормально. Плюс есть еще на телефоне интернет, иногда его распускаю Wi-Fi, чтобы к компьютерам подключиться там в экстренных ситуациях, и все нормально, в принципе, относительно. Ясно. Я имел в виду не про спорт, а в плане StarCraft'а тебе как вообще? StarCraft, ну так, как бы родители на это смотрят как на увлечение, но я, в принципе, никаких... Ну, у меня, в принципе, я никаким не про геймером, ничего стать не хочу, так по фану играю, как бы, ну и все там. Максимум можно стримером каким-нибудь стать, относительно интересно. Ну и так все как бы. Я понял тебя. Ну видишь, тут одно от другого не так далеко, в принципе, отходит, потому что да, в любом случае это все твое время на это будет уходить. Ну, практически все. В приоритете учеба, конечно. Вот, ну расскажи тогда, что ты думаешь. Понятно, нет, про учеба, конечно, это я тебе сам говорю. Мне все-таки 30 будет скоро, учеба важна, и ты должен учиться обязательно, но... Совмещать как-то можно, но... Да, конечно, можно. Времени много свободного. Сейчас вообще каникулы как бы. Ясно. Вот. Ну, расскажи, кстати, каникулы. То есть ты в каком классе учишься? Расскажи, пожалуйста. Восьмом. В восьмом классе. Угу. Вот. Ну, планируешь как там сейчас? 11, да, как бы заканчивать? Потом ну, да, институт? Да, конечно. Все ясно. Ну, да. Все ясно. Ну, расскажи немножечко про StarCraft. Что думаешь как бы про StarCraft, про баланс на данный момент вообще? Как Хорошо. Не играл я в StarCraft 2 месяца из-за учебы, начал с того четверга. Вот, был в каскадах там в академке месяца полтора, где-то потом из-за учебы ушел. В плане баланса, ну, в принципе, сейчас все относительно неплохо в плане баланса. Мне все нравится. Единственное, в ПВЗ мне немножечко сложновато. Там очень жесткие пуши с равагеролингами и с этими с люркерами. Ну, в принципе, если сильно не косячить, то задефать можно. Ну и там быстрые переходы в бродлордов и в слонов тоже. Вот это напрягает маленько. А так все, в принципе, неплохо. Все устраивает. Лотв очень нравится. Когда был в 2014 году BlizzCon, сказали, будет лотв, я даже очень сильно расстроился. Но потом поиграл в бетку. В принципе, мне все нравится. То есть считаешь, что он лучше, чем ХОЦ, например? Ну, мне больше нравится, как бы. У каждого свое мнение. Ну ясно, ну ясно. Ну хорошо, что так, как бы. Сколько ты времени играешь, примерно вообще тут последнее время вообще вот. Если ну сейчас много, сейчас относительно много. Ну что там пару часов. Сейчас. Нет, ну где-то часа 4-5 с друзьями футбол и все остальное время я дома сижу. Где-то половину из того времени, что я сижу дома, я точно играю. Остальную там часть сплю, но и стримчики так поглядываю. Мне эта тема нравится, в принципе. Когда в школе учусь, там, если есть время, играю так. Ну, в основном по выходным, конечно. А так немного играю. Ну, учеба, опять же. Ну, ясно. Ну, если вот такой вопрос мне что-то в голову пришел, вот, есть ли желание у тебя, будет ли, если будешь играть куда-нибудь, может, съездить на какой-нибудь турнир? Да, есть такие желания там. Если съездить, то в Москву, наверное, куда-то туда. Ну, я думаю, в основном, что если у нас будет, то, наверное, да, потому что у нас вообще, как ты
видишь, сейчас не очень много турниров. Вот, ну, что я могу сказать? Тебе удачи желаю. Вот, в любом случае, не знаю, по жизни, конечно, там и родители тебе будут подсказывать, что и сам будешь уже видеть, как бы, заниматься ли этим, не заниматься, там, как бы, то есть, часть времени тратить или значительно большую часть, чем на данный момент. Вот, но в любом случае, спасибо, что играешь, спасибо, что участвуешь. Может быть, сам хочешь сказать что-то зрителям, там, я не знаю. Ну, всем, кто за меня болел, всем, конечно, спасибо. Спасибо всем друганам, которые поддерживали, писали, просто скайп разрывался там. Милка, у тебя все получится, Милка, давай, Милка, тащи. Всем спасибо, там, Липтону огромное спасибо отдельное за помощь, оказанную несколькими днями ранее. Ну и вообще, как бы, всем, кто болел, всем спасибо. Всех с Новым годом, господа. Угу. Тебя тоже, кстати, помнишь, с наступающим. Спасибо, и тебя с наступающим, свою семью с наступающим. Я думаю, что, ну, не последний раз видимся, в принципе. Да, так, конечно. Что спасибо тебе, спасибо, пора закругляться. Вот. Все. Удачи. Ну все, давай, пока, помнишь, спасибо. Пока. Так, ну вот такой вот Милка. 14-летний наш игрок. Протос. У Милки Као, я думаю, как-нибудь мы тоже интервью возьмем обязательно, но не сейчас время, потому что уже без 20:10. Вот, ребят, я вас всех очень рад видеть. Спасибо, что смотрели в 2015 году меня. Так. Спасибо, что смотрели в 2015 году меня, поддерживали. За все всем спасибо. Всех с наступающим, у кого уже наступил с Новым годом. Ребят, увидимся 2 числа теперь. Ну и всем пока, запись будет шоу-матча. Как-то так. Всем респектон.